что вас волнует вот в Грушевке? Нормальная ли обстановка в селе? Будет ли оно развиваться? Будет ли возвращаться сюда молодежь? Нет, не будет. Нет, не будет. Рабочих мест нет вообще? Вообще нет. То есть вот фермер, который здесь, он никаких условий не создает для работы. И наоборот, даже вот если вот дедушка умер в 2005 году, у нас были проблемы с его похоронами. Он не дал ни машину для погребения, ни, как это было раньше, всегда, ни людей. Даже друг моего брата пришел просто по-человечески помочь выкопать могилу, он его приехал и забрал. В другие времена отпускали людей на такое дело. Ну, вот. А похороны делал Касьянов. То есть фермер другого села? Он Симаяшинский. Понимаете? И если что-то нам нужно, мы обращаемся к Симаяшинскому, а к нему не обращаемся, потому что знаем, бесполезно, он не даст ничего. Ну так а земля ваша у кого теперь? Земля у нас у Касьянова. И у Гладышева. И у Гладышева. То есть вы забрали, как, в каком году вы забрали землю и почему? В 2005 году забрали, нас было 38 или 40 паёв. Но он не отдавал нас, там было целое... это. Чуть ли не судились с ним. А сейчас люди ушли, большинство Гладышева ушли, потому что, понимаете, идти надо, выбивать, ругаться, скандалить, никто это не хочет. Значит, дорога на аэродром, столб линии электропередач номер 55. Значит, по левую сторону от лесопосадки, на которой находится столб под этим номером, находится поле в 300 гектар. Земля арендованная, земля пайщиков. Номер, значит, столб номер 97. Столб номер 97. Вот это поле не засеяно. Это сколько гектар? 250 гектар, половина, значит, 120. Из 180 людей осталось 2 человека. Все ушли, бросили, рабочие. Где поле не обработано, 237 гектар. Там заросло зазавами, сорняками, да? Там озимка, тут озимка, а там кукуруза даже сейчас посеяна. Ага. Это он из башни перевел в пастбище. Сейчас, значит... И засевает. Так, вот смотрите. Опора. Так, опора ЛЭП. Номер 1384 ВЛ500КВ. Фроловская шахты. Год ввода 2012. Охранная зона ВЛ. Федеральная сетевая компания. Вот это наша точка отсчета. Вокруг нее 270 гектаров. Так, вот это все поле, да? Да, это все поле. 270 гектар. И там мы проехали